Рудник в Абазе медленно, но верно выходит из кризиса. Главный покупатель сырья «Евразруда» заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. Накануне представитель холдинга встретился с коллективом и рассказал им о перспективах. Руководство «Евразруды» регулярно приезжает в Хакасию с тем, чтобы понять, в каком состоянии рудник, поставляющий сырье для работы Абагурской горно-обогатительной фабрики на Кузбассе. В свое время холдинг хотел закрыть градообразующие предприятия Абазы, но правительство смогло найти выход из ситуации, выгодный обеим сторонам. Сейчас абаканский рудник становится, я считаю, ну, если не твердо на ноги, то уже очень твердо, скажем так, стоит на одном колене, на одной ноге. Осталось сделать небольшой шаг. Я уверен, что они его с достоинством сделают. Но чтобы его сделать, коллектив абаканского рудника должен верить в свое предприятие. Надежду дает разработка нового горизонта, которая началась в марте. Для его освоения рудник в лизинг получил современную технику и наращивает объемы производства. Жизнь предприятия, говорят специалисты, продлена на 15 лет. Стабильность, к которой стремился весь коллектив, для того, чтобы понимать, планировать свое будущее, планировать свою жизнь. Сегодня мы это имеем. Мы это имеем благодаря тому, что нынешняя власть простроила такие взаимоотношения и с партнерами, и с федеральным центром. И благодаря вот этому у нас есть возможность работать. Абаза вправе рассчитывать не только на градообразующее предприятие. Власти создали здесь территорию опережающего развития и пытаются привлечь в нее бизнес для развития экономики.